Приветствую, друзья! Пришли в лес на разведку, посмотреть, есть ли грибочки. Потому что стоит жара, очень жарко, дождей нету. А душа требует грибной охоты. В лесу темно, зашли вот в такой вот бор сосновый, еловый. Вот. Вот такие вот подосиновики довольно уже давно стоят. Мой ножичек, который я приобрел специально для походов, для грибов. Ну вот, ножка чистая, а шляпка выгрызена. И вот такой вот большой подосиновик. Ножка чистая, самое что интересное. Ну а здесь шляпка погрызена муравьями. Муравьи лазят. А ножка довольно чистенькая. И вот Коля нашел два гриба. Тоже два подосиновичка. Довольно суховатые, но чистенькие. Сейчас походим. Поищем еще. Где-то там Коля заметил. Сейчас глянем. Вот лес аж хрустит. Все сухо. Но самое что интересное, грибочки начали появляться. Ага, вон смотрите, друзья, какие красавцы стоят. Вот такие вот красивые грибочки. Посмотрим. Ножка чистая. Хороший гриб. Еще один. Наверное, немножко погрызен. Сейчас проверим. Да, шляпка погрызена опять же муравьями, но это от того, что очень сухо. Ну, пройдем сейчас, поищем, что найдем, покажем. Ножка чистенькая, хорошая. Стоят в лесу такие вот уже засушенные сыроежки. А грибов, конечно, не очень много. Все сухое, все пересушенное. Набрели на подосиновичков. Но сейчас пока ходим, ничего не видно. Вот, друзья, смотрите, какой гриб. Похоже, это боровичок. Тоже настолько пересушенное солнце. От жары. Сейчас срежем, посмотрим. Вот такой вот большой и красивый гриб. Ножичек режет замечательно. О, боровик. Но весь червивый. Грибы уже готовы вылазить. Но в лесу настолько сухо, что им просто не хватает влаги. Смотрите, насколько красивый, хороший гриб, но червивый. Очень жаль, очень жаль. Уже хочется быстрее дождей, чтобы в лесу было влажно и полезли массово грибы. Уже очень их хочется покушать. Сегодня, надеюсь, на жаренку соберем, но не очень много. Зашли, друзья, на болото. Даже видно, что болото высохло. Я спокойно в берцах, вот таких тканевых, хожу
там, где был ручей, русло ручья. Здесь болото, болото вообще сухое. Воды не хватает, реально не хватает, чтобы массово начались расти грибы. Вот. Ничего, надеюсь, еще что-нибудь с грибочков мы сегодня найдем. Такой вот лес. Хороший, красивый. Но грибы попадаются и очень редко. Ну, разведка. Сегодня пошли мы не целенаправленно за грибами, а чисто на разведку. Вот даже поганки и те как рассохлись от жары. Ну и ищем. Еще нашел один боровик. Тоже весь погрызенный. Такой жук. Сейчас посмотрим, что с ножкой. Экшн-камеру сегодня не взял. Снимаю с телефона. Не очень удобно одной рукой резать. Одной снимать. Ну, ножка червивая. Ну, посмотрим. Немножко попадаются грибы, но червивые. Вот, друзья, прошли около 200 метров. Не попадалось грибов. Тут вот сразу два боровичка. И опять ножки были червивые, а шляпка вроде бы и целая. Такие вот. Один целенький. Сейчас проверим второй. О, а этот вообще червивый. Ужасно. Два гриба рядом. У одного ножка червивая, но шляпка целая. А второй гриб весь червивый. Походим сейчас. Зашли в рощицу. Поищем в ней. Нашел подберезовик. Он весь сухой, хоть чистенький, но такой засушенный. Ходим по траве, но грибов особо нету. Прошли уже порядочное расстояние, около километра. Но лес сухой и грибов очень мало. Друзья, закончилась наша грибная разведка. Из десятка грибов, которые мы нашли, вот что только взяли. То особо тут брать и нечего. Даже не хватит на жаренку, хотя я рассчитывал на большее. Надеюсь, когда пойдут грибы, порадую вас еще интересными видео по сбору грибов. Ну а пока еще в лесу делать нечего. Ну, по прогнозам стоят дожди, поэтому будем ждать, когда хорошо лес промочит, и сразу побежим за грибами. На этом, друзья, буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь на канале, подписывайтесь. До новых встреч. Ну, красота, друзья. Уже темнеет. Вдалеке приближается поезд. Довольно далеко его видно.